друзья. Клубничка у нас тут. Девчонок можно угостить. Тут что? Еще зеленоватая. О, если, конечно, обеспечить условия хорошие. Все мечтаю, а делать не делаю, не получается. Ей затенить надо и ладненько. Это, друзья, веточки с листочками. Замечательно горят, вместе с листьями ложу. Вот здесь, друзья, уже все ветки впихнул туда. Со сливы, с персика, с вот этой яблоньки маленькой. С вишни практически все впихнул. Сейчас вот с этих яблонь. А здесь я не знаю, это у меня вот садик. Это у меня итальянские. Итальянский подвой. Вот он. Корни вот так вот пускает. Его прикапывать, он будет много-много пускать, как это сказать, черенков, разрастается, то есть прививать можно к вот этим вот яблонькам, они будут карликовые яблони, их рассадить, и я не знаю, что мне с ними делать, пригодятся мне, не пригодятся, может их просто выкопать. Ну, уже красота тут делается. Я думаю, сегодня сожгу все в печке. Где потолще как бы остается, а такое тонкое все запихиваю. Это, наверное, тоже скажу, что оно только место занимает. Срублю. Друзья, в общем, эту часть скосил до капусты, до клубники точнее. А там клубнику можно будет леской потом пробежаться. Там вот куст арбузика оставил. Здесь вот перец оставался, баклажаны, помидоры. Вот, начал косить тут, повыбирал немного. Ой, уже особо уже ничего нету. Убрать уже и все решил. Попробую семена собрать базилика. И вот, друзья, тут не докосил, совсем чуть-чуть не докосил. Случилось у меня непредвиденное. Вот что, друзья, у меня случилось. Отломалась. Просто взяла и отломалась. Не знаю, у кого-нибудь отламывалось. Нет, у меня первый раз так. Ой. Интересно, эта штука продается. Причем отломалась вот и нижняя, и верхняя одновременно. Ничего ему не сделаешь. Это алюминиевая. Вообще продается такое, нет? Надо у мастера знакомого спросить, может, у него что есть. Подумаем, что делать. Друзья, ветки. Вот я беру ветку прямо с листвой совсем. Вот так вот ее. Компактненько и прямо вот так вот в печку. Ну вот там уже догорает,
горит с листвой совсем. Ну, сразу, правда, не это, но разгорается, горит. Сгорит это все. И в домике тепло. Мы в доме уже котел включаем на ночь, чтобы прогреть. А в этом домике вообще прямо тепло-тепло. Можешь сюда переехать пока. Так, друзья, кажется, нашел выход из положения. Попробую заварить. Я мечтал заварить канистру алюминиевую. Покупал электроды. Вот они, алюминиевые электроды специальные. Но что-то они потянули влагу, они уже там что-то накисляются. Не знаю, получится, нет. Попробую сейчас приварить вот это дело. Первый раз в жизни буду варить вообще алюминиевыми электродами, алюминий. Как раз вот тренировка перед канистрой, может, канистру потом заварю. Короче, друзья, неудачный эксперимент, я не пойму, что. Дуга горит нестабильно. Зажигается плохо. Брызгается. Что-то там прилепилось. Я сначала подумал, может, это не алюминий. Вот, взял вот алюминиевая трубка вот такая. Ерунда какая-то. Вот видишь, ни шва не получается, ничего, какие-то ляпы, брызги. Пробовал на маленьком токе, на большом. В общем, у меня не получилось электродом заварить алюминий. Алюминиевым электродом не получилось у меня. Я не знаю, может, попробовать списать то, что электроды окислились. Им уже год. В общем, не знаю почему, но ничем я не получилось. Привет! Я ж тебя не вижу. Зрители тебя не видят. Вот, да, Маша. Всем привет. А у меня косилка сломалась. Да ладно. А что там сломалось? Отломалась ручка. Какой? Зеленая? Да. А как так? Могла сломалась ручка. Отломалась. Папа что-то нашел себе. Это в душ, я думал. Тут просто шланга, наверное. Просто душ. Шланга с душем, да. Нам без крана. Это тоже без крана. Идем, идем вот это. Уже идем. Идем, идем. Я уже босая. Да вообще. Какую? Чего? Для блинов? Да. Крышки смотри. Когда-нибудь, когда будешь собирать все вещи, хорошо? У нас дома беспорядок, а ты нет. Нет. Деревья обрезают. А что ты хочешь целую шоколадку съесть? Потому что она голодная, поэтому хочу целую шоколадку. Ой, на завтрак кашу? Печень? Нет, доел эту манку. Яичко пожарил на завтрак. А обед борщик. Ой, а я-то хочу блины, я тут на печь. Блинов. Ты уже здоровалась? А там творог пропадает, может, просто сырников? Сырники тоже сделал. А я хочу блины, очень хочу. Блинчика! А я есть хочу.
Блинчиков давай. И спать. У меня уже блины с тобой. Я уже хотел, но не съел. И блинчиков. Такое небо интересное. Там такое вот облачка. А тут над нами. А над нами вот какое. Кто? Едем на свет. Обзор. Обзор по покупкам. Стиральный порошок. То брала я и этот. Такой жидкий. Ну, решили в этот раз такой взять. Это папе. Это что папе? Это маме. Это маме. Это нам. Я очень редко пельмени ем. Очень редко. Я тоже не часто. Дети едят в основном. На ужин едят. Сыр. Сыр. Я все хотела. Папе. А нам. Маме. А нам. Все? А нам. Надюша, охота тебе все время готовиться? Маленькая, не помещается. Блины опять хочешь? Да, я же говорила. Сходишь, малышок, ладно, залез, я не успеваю. Я пока блины начну печь. Да схожу. Да. Она просила на машине приехать, я ее из садика забирал. У нее там рисунки какие-то. Она в машине стала, говорит, папа, приедь за мной на машине, чтобы я рисунки забрала. А, ну все. Ой, мне еще во дворе убираться. Сварка там еще размотанная. Ой, что-то я должна была узнать. Что должна была узнать? Так что ты это сегодня двор не узнаешь. А ты по сторонам, наверное, не смотрела? Ну, переодевайся и езжай тут. А что, я так поеду? А в магазин ты зайдешь. А какая разница, кто меня там? Я женат, какая разница, в чем в магазин ходить? Даже жена не ухаживает за тобой, какая разница? Я знаю одного мужчине, жена специально заставляла на работу рваные трусы одевать. Смотри, что я натворила. Короче, пошла я выпекать, пока я все не разлила. Друзья, вот так вот мы с Алисой возвращаемся из малышка. Да, Алиса? Да, это мы сначала из малышки были, потом мы вот так вот. Ребенку 5 лет. Папа, малышок там не впустят пока что, знаешь почему? Почему? Потому что она еще маленькая, да, это там буквы учат. Ага. Ну как дела в школе? Хорошо. Мама, у тебя как дела? Нормально. Да, вообще с колонки пригорает. Обожгла палец себе. А-а-а. Уже не могу на них жаловаться. Так не пригорала же. Не пригорала. Это а я себе тоже руку обжег. А. Я видела. Чем ты сказал? Я не помню. Зато какие дырявчатые. Вот эти хорошо жарят. Этот немножко пригорает. Вот этот я взяла. Старую сковородку антипригарную. Может, масло больше надо добавить. Что-то блинчиков не прибавляется, мама. Ну вот Алисе Стае положила же я. Стая уже второй заходки. Есть? Вот полки мутки. Ой. Я съедаю. У меня еще сварка стоит под навесом, а собрать. Жарко, надо окно открыть. По-моему, варенья не хватает. Ой, не знаю, мне все хватает. Слушай, оно ломается. Мы две баночки открывали, съели вроде бы. Я сейчас найду там варенье, не найду. Не знаю.
Мама, это... Что мы закатывали? Это груша. Груша? Да, это последняя закатка. Ну, новая, да, я там что первое попалось взял. Грушевое варенье. Будем пробовать? Пробуй. Ну что, вкусно? Угу. А что вкуснее, варенье? Вот грушевое, ой, как оно пахнет. Или сметана? А варенье со сметаной вообще вкусно. Вообще, Алиса, видишь, как она это накапала. Вкусное варенье, очень вкусное. Мы тогда что хотели? Мы хотели джем сделать, да? Да, джем. Но или надо как? Больше варить. Ну, все равно очень вкусно. Кто-то писал, можно выпаривать на сковородке. Выливаешь банку, допустим, да, и выпариваешь, и получается джем. И так вкусно, очень. А блины какие вкусные получились. Угу. Дырявчатые. Они почему-то у тебя хрустящие в этот раз. Потому что там сахара побольше. Когда они сладкие, сахара больше, они вот именно края хрустят. А, я думала, это из-за варенья сладкие. Нет, они по себе сладкие. Вот они. И блины. Те сковородки у меня, к сожалению, пригорели. Но я думаю, что я недавно их щеткой чистила, железной. Может, поэтому поцарапала, что теперь вот они стали пригорать. Меньше чистить надо. Надо просто еще раз что-то пожарить на них, тогда они уже перестанут. А это я вот чистила и сразу вот блины жарила. Поэтому вот так вот. Я тебе говорю, не чисть, не чисть. Подписчики скажут, грязная. Подписчики при блине не жарятся. Ничего страшного, хорошо, что он еще есть. Сковородки. Вот это самая классная сковородка оказалась. Но я тоже ее чистила щеткой. Вот. Но по ним, после этого, по-моему, я ее на ней жарила картошку. Ну, неважно. Пока вот так вот. Буду сейчас переворачивать. Толь, ты же обещал мне козу подоить. Ну, я остановиться не могу. Подаю обязательно. Я не знаю. Это... Ты печешь и печешь. Я меня смотрю на них, мне их жалко. Думаю, сейчас остынут. А я думаю, ты жалко, и этот придут девчата, все сидят, думаешь. Фу. Зачем такое вкусное делать? Оно уже не лезет, а хочется. А. Мучаешь меня. По-моему, так мало коза молока дала. Она что-то мало стала давать, Толя. Да? Угу. Может, один раз в день дать? Один раз в день, перейти на один раз. Давай подождем чуть-чуть. Ну, на ночь их хорошо кормлю, на улице пасутся весь день. Она и утром мало дает. Она вообще 0,7, наверное, дает сейчас. За раз? Да. Может, даже меньше. Ну, наверное, рано переходить на этот. Может, а ты что без блинов сидишь? Я не хочу блины, я уже поела. Чего они там смеются-то? Что там В общем, вот так, друзья, потихоньку вгрызаюсь. Вот, уже на что-то похоже.
Ну, эта штучка вот так она будет вставляться. Она там частично... Частично вставится, частично должна она забиться. Вот эти шипы, они забиваются в дерево, так что... Еще немножко по это... Повыгрызаю. Так, друзья, наверное, можно сказать, исторический момент. Так. Ну, надеюсь, правильно я забил. Вот так вот оно ровненько. Ничего нигде не выступает. Вот. А, вот теперь с ручкой. С ручкой теперь. Вот она ручка. Нормальненько все станет. Теперь надо правильно попасть, просверлить отверстие. Но, если честно, друзья, я вот скажу, я не ожидал, что я так быстро справлюсь. Но. Вот с помощью вот молоточка, карандаша. Вот такой вот стамесочки узенькой. Вот. Стамесочка старенькая. Вручную, ручная работа. Вот. Сегодня уже не буду бегать. С дрелью вымерять, выставлять хватит уже и так. Достаточно поздно, темно. Дочитаем послание в Рим, 11 главу, с 33 текста до конца дочитаем. О, бездна богатства и мудрости и ведения Божьего! Непостижимы судьбы Его и непознаваемы Его пути. Кто познал ум Господа? Или кто был Ему советником? Кто дал Ему что-то прежде, чтобы заслужить вознаграждение? Ведь все от Него, через Него и все обращено к Нему. Ему слава во веки. Аминь. То есть, на непонятные слова здесь Павла, которые были раньше, такой вот ответ, кто познал ум Господа, или кто был ему советником. В общем, непостижимы судьбы его и непознаваемы его пути. Такие вот слова. Вот. Спасибо, друзья, что вы с нами. Всем пока, до встречи.